Друзья, всем привет! Мне поступает много вопросов относительно съемки видео на вечеринках, условий, особенностей и всяких подробностей. И в этом видео я вам расскажу, что же такое съемка видео на вечеринке, с чем это едят, какие условия и подробности. Поехали! Первое. Ваше танцевальное видео на вечеринке – это именно те видео тех танцев, которые вы танцуете на вечеринке. Обычно для сальсы обозначают это треки 2-3-4 минуты, для кизомбы, конечно, треки больше, по 20-30 минут какой-нибудь сет. Но из этого снимается конкретно ваш танец на 3-4 минуты. Может чуть больше, может чуть меньше, как получится. Второе. Танцевальное видео – это не то самое видео, где вы с вашим красивым партнером в заранее изученной хореографии танцуете под какой-нибудь красивый трек. Это именно та самая импровизация, которая происходит каждый раз на вечеринках и фестивалях. Третье. Когда я участвую в каком-нибудь мероприятии и занимаюсь там фото и видео, то я обычно публикую себе на стене ВКонтакте анонс, в Телеграм-канале, в Инстаграм-канале о том, что я участвую в фестивале или вечеринке и снимаю для вас фото и видео. Четвертое. Почему рекомендую заранее заказывать ваше танцевальное видео? Все очень просто. Вечеринка ограничена по времени. 3-4 часа, для кизомбы, конечно, больше, но в нее впихивается все. И выступления, и какие-то анимации, и все, и фотосъемка, и видеосъемка. И все это нужно успеть сделать. Если я заранее знаю, кого снимать, я вас целенаправленно отыскиваю на вечеринке, мы с вами договариваемся, мы с вами снимаемся, я знаю, что за вами нужно следить, наблюдать и конкретно снимать вас. И поэтому на каждой вечеринке я сначала снимаю тех, конечно, кто заказал себе видео своих танцев. И уж только потом, если я вас увидел, нашел, увидел ваш красивый танец, хорошую музыку, с хорошим партнером, я могу снять вас. Сами понимаете, время на вечеринке довольно-таки ограничено, поэтому не факт, что я смогу вам сделать все это красиво, приятно и в тот момент конкретно, когда вы ожидаете. Поэтому именно я вам рекомендую заранее заказывать видео. Пятое. Как же заказать танцевальное видео? Все очень просто. Пишите мне в личное сообщение ВКонтакте, Инстаграме, в Телеграме, в комментарии, скидывайте, что вы хотите именно на этой вечеринке, на этом мероприятии заказать себе крутое танцевальное видео. Я высылаю вам реквизиты для оплаты, вы оплачиваете и прикладываете мне скриншот вашей оплаты. Все. Мы с вами забились на съемку на этом мероприятии. Шестое. Как же получить свое крутое танцевальное видео? Все очень просто. В конце каждой вечеринки либо мероприятия я выкладываю в Инстаграм, в Телеграм, ВКонтакте пост со скриншотами видосов, где подписываю номер каждого видео. Все очень просто. Находите этот пост, находите свое видео, пишите мне личное сообщение, номер этого видео, прикладываете скриншот о том, что вы оплатили, перевели мне средства. Все. В течение пары дней буквально, может через день, может в этот день, я подготавливаю все видео и выкладываю в свой телеграм-канал. Находите свое видео, скачивайте. Кстати, инструкцию по скачиванию видео я вам дополнительно еще приложу. И наслаждайтесь вашим крутым видео. 2007 момент. Почему я выкладываю все именно в Telegram? Все очень просто. В Telegram можно загрузить файлом. Это тот самый обработанный файл без всякого сжатия, без цензуры, без VPN, без ограничения доступа, который вы можете скачать на свой телефон, либо какое-нибудь устройство, ноутбук, компьютер и все такое. И уже этот файл вы можете залить куда угодно. В Instagram, во ВКонтакте, на YouTube, в Telegram. Все, он у вас там обработается, будет лежать. Никаких затрат. Очень просто. Скачал, поделился. Восьмое. Собственно, на этом, наверное, все. Файл с видео у вас. Вы выложили его в соцсети, собирайте лайки, реакции. Все рады и счастливы. И тут будет очень круто, если вы упомянете меня в комментариях к этому видео, либо в описании. Все-таки шаринки, нетворкинг – это то, что нам сейчас нужно. Собственно, вот и все, что я хотел рассказать вам про съемку видео на вечеринке. Но если у вас все еще остались вопросы, смело пишите мне личные сообщения. Мы всегда все сможем обсудить. Ребята, всем крутых видео и классных танцев. До следующих встреч!